Здравствуйте! Вас приветствует канал «Полезный совет». Сегодня мы ответим на вопрос, как очистить кухонную вытяжку от жирных пятен и загрязнений без химии. Для примера мы возьмем свою решетку от вытяжки. Мы ее специально некоторое время не чистили, чтобы провести эксперимент. Давайте попробуем почистить вытяжку и узнаем, подходит ли этот способ нам. Вот так выглядит наша решетка от вытяжки. Она сейчас грязная, потом сравним ее с чистой. Как вы видите, тут у нее жирные пятна. Кругом по решетке. Посередине даже такой вот круг жирный, в месте, где был фильтр. И мы сейчас вот эти все жирные пятна попытаемся удалить и очистить. Для того, чтобы почистить вытяжку от различных загрязнений, нам понадобится сода и кипяток. Соотношение следующее. На 4 литра кипяченой горячей воды нам нужно брать 100-125 грамм соды. Если вы будете делать раствор в ведре, то на 8 литров берите примерно 250 грамм пищевой соды. Это полпачки. В идеале, если у вас есть емкость, чтобы решетку от вытяжки можно было положить в горизонтальном положении. Если у вас емкости такой нет, то вытяжку, точнее решетку от вытяжки, можно замочить в ванне или в умывальнике. Но в умывальнике у вас получится замочить лишь пол решетки, и ее придется постоянно переворачивать. При этом поливать периодически паломником. Зачем переворачивать? Чтобы замачивать то одну сторону решетки, то другую. Что крайне утомительно и не дает сильного результата. Мы уже это проверяли. Ну что, покажем все на практике. Выливаем наш кипяток в ту емкость, в которую будем замачивать решетку от вытяжки. Или же выключаем огонь и все делаем в посуде с кипятком. На огне держать емкость нельзя. Могут деформироваться пластмассовые детали решетки. Итак, выключили огонь и только после этого делаем нашу процедуру. Заливаем кипяток в нашу емкость. Далее берем соду и по чуть-чуть ее начинаем сыпать в кипяток. У нас 19 литров воды, поэтому нам нужна пачка соды. Засыпаем, как мы уже говорили, по чуть-чуть. Сыпать нужно обязательно понемногу, так как сода будет вступать в реакцию с водой и будет наблюдаться шипение. Берем нашу решетку от вытяжки и пускаем ее в эту жидкость. Наша сода работает, мы ее тщательно перемешиваем. И укладываем нашу решетку от вытяжки. Ждем 15-20 минут. В таком же растворе можно мыть кастрюли, ложки, вилки и так далее. Оставляем ее отмачиваться на 15-20 минут. Таким же чистым содовым раствором моем и саму вытяжку. После того, как вода немного остыла, берем губку и чистим нашу решетку. Берем губку и этой же водой чистим решетку от нашей вытяжки.
можно отмыть полностью, с минимальными усилиями и 100% эффектом. Вот что у нас получилось. Вот наша решетка от вытяжки. Все хорошо отмылось. Просвечивается наша решеточка. Раньше было все забито жиром. Видите, теперь я могу смотреть через мою решетку даже на все происходящее вокруг. Дома, машины, все отлично видно. Вот так, вот через нашу решетку. Если решетка отмылась не полностью, то повторите данную процедуру. Не с одного раза, так с другого. Она точно отмоется. На сегодня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч. Пока-пока. Сода полностью погасилась уксусом. Реакция завершена. Теперь заливаем крутой кипяток. Вода заметно стала уходить быстрее. Эффект налицо.